Привет, Виталий, загорает. Андрей, привет. Здравствуйте. Привет, Виталий, загорает. Ждем жертвенник, сейчас выехали. Сейчас уже приехали там это, на заводе. В гвардии. Здравствуйте. Ты куда отправляешь? Здесь или нет? Здесь, здесь. Это вот пятку уже? Часов. Здесь жертвенник. Здесь на лодке пока сюда поставить, это для истины. Освещение. Освещение вот с лампочкой. Ее ночью вполне хватает. Да. Видно, что видно, видно. Мы розетку, чтобы в том году не было, делали сейчас розетку, чтобы где-то ночью. А, был кипяток, чтобы не было. А откуда же взяли? Они привезли на стол, со столбом. А кто? Что мне надо было сказать? В этом году? В этом году. Ну, приходите, на розетку, за самым, в этом году для вас. Ну, что, видишь, как? Валерий Евгеньевич, молодец, 20 минут сколько не было. Знаешь, что это было? Не более, как он там всегда. Мало вечерний. Тебе начинать вечернюю мало. Да, тебе начинать мало. Меня встречать архиерею в облачении, да. Так что что-нибудь посмотри, все, давай. Ага. Да, я посмотрел. Хорошо, что мотикашку не поставили. Да? Потому что она мое меньше места занимает. Вот. Даже в сеночную ездить посадки. Что я не буду толпиться? Поэтому я поставил памятник. Молодцы, вот люди, кстати. Не надо моим, не надо мигрироваться. Вы сами между собой должны работать. А вы только, понимаешь, вот это только нагнетает ситуацию. Нагнетает. А когда вы придут? Наверное. Откуда они вообще этих улиц? Не, они здесь же, они как? Они здесь живут, они в Липецке или как? Ничего понять не надо, кстати. Да. Или они все тут писем? Боится так, не знаю. Должны привезти и город воды, угу. Должен, и казаки. Казаки, да. Казаки сейчас очень красные. А кто тут ночью будет из казаков? Ночью. Ну, сопровождает, да. Мы тогда в Волгограде этого не будем? Не надо. Поехали. Дядь Николай, держись. Хорошо. Иди сюда. Иду. Лоб дам. Хорошо. Иди сюда, борода. Никого со мной нет. Это положено. Я свое дело делаю. Свое дело делаю. Они тоже на нас везде. Он выехал. Вот умничай. Я делаю то, что мы положим. Мы делаем, что мы делаем. Не делаем. Да. Да, и стремлюсь. Да, очень.